Глядите-ка, гости. Я бы вас развлек, но это требует столько усилий. Но зачем? Разве вы не устали от жестокости и насилия? Я вот уже верно устал. Неужели вам не хочется просто лечь и забыть обо всем? Оставить все позади? Какая нелепость. Не стану же я спать на полу, залитым кровью. Я не стану слушать тебя, демон. У тебя нет власти надо мной. Сопротивляйся. Держись, иначе мы все погибнем. Зачем тебе сражаться? Ты достойна большего. Ты заслужила отдых. Мир и без тебя не пропадет. А, вот и ты. Надеюсь, я тебе не помешал? Мертв? Я? Я много раз был на волосок от смерти, но мне всегда удавалось уцелеть. Я просто хотел убедиться, что тебе хорошо здесь, в Вейсхаупте. Эти величественные чертоги построены первыми серыми стражами. Потрясающе, а? Все так, как и должно быть. Мы уничтожили порождение тьмы, и на земле воцарился мир. И все же это случилось впервые в истории человечества. И ты тоже внесла свой вклад в эту победу. Неужели не помнишь? Продержится. Порождение тьмы уйдут в область преданий. Серые стражи станут хранителями истории. Мы будем рассказывать предания и петь песни о давних опасных временах, чтобы люди радовались, зная, что все это уже в прошлом. Дункан, которого ты знаешь, был выкован в горниле войны. Теперь, во времена мира, я стал другим. Я научился смирению. Глупое дитя, я столько дал тебе, а ты отвергаешь мой дар. Неужели тебя не устраивает мир, который я предлагаю? А тебе, похоже, нужны только война и смерть? Да будет так. Вот тебе война и порождение тьмы, и пусть они принесут тебе гибель. Кто ты? Откуда ты взялась? Ты демон? Нет, ты не демон, я вижу. Ты такая же, как я. Молодцы мы, что выбрались из ловушки. Не знаю. Это место отнимает все. Надежды, чувства, жизнь. Нет, отсюда нет выхода. Кажется, что есть, но это заблуждение. Видишь вон тот пьедестал? Я изучил руны на нем. Они обозначают разные острова в царстве демона праздности. Сам демон находится на среднем острове, но туда не попасть. 5 островов вокруг образуют защитное ограждение. Когда я это понял, решил, что смогу выбраться. Зашел на каждый остров по очереди. Но надежды пошли прахом. Все время что-то мешает. Видишь тропу, но не можешь до нее добраться. И она дразнит тебя, манит и сводит с ума. Не знаю. Здесь много кто потерялся. Ты вполне можешь отыскать их на островах, если тебе повезет. Я немного знаю. По-моему, демон праздности поместил на каждом из островов демона поменьше. Я их видел.
Они принимают самые разные обличья. Но это все демоны. Их надо победить. Иначе до демона праздности не добраться. Но сначала надо подойти к этим мелким демонам. А я не смог. Мне было слишком страшно. Да, препятствия и кошмары. Огненная река перед самым выходом. Или дверь. В замочную скважину видно, что за ней свобода, а ключа нет. Я как-то обнаружил ход шириной меньше ладони, и по нему туда-сюда бегала мышь. Безмозглая тварь удрала, прежде чем я успел ее расспросить. Мыши по природе своей пугливы, даже если они люди. Почти все, кого ты здесь видишь, спящие. И всякому спящему может быть ведомо то, чего не знают другие. Эта мышь могла рассказать мне, куда ведет тот узкий коридор, или как туда попасть. И даже, как мне стать таким же крохотным и пробежать по этому коридору. А если можно уменьшиться и пройти по одной тропе, наверняка есть способы преодолеть остальные. Немногое. Мы с ним, знаешь ли, не близкие друзья. У демонов есть иерархия. Они играют в собственные игры. И смертные в них служат пешками, а иногда и козырными картами. Демон, который держит нас тут, скорее всего, правит всем участком тени. Он нас легко не выпустит, если вообще выпустит. Да-да, иди. Спасай мир. Тогда не обращай на меня внимания. Я просто хочу отсюда убежать! На помощь! Спасибо, но слишком поздно. Убей Вену, демонессу, что тут заправляет. Она защищает своего господина, демона праздности. Это дверь. Дверь, видимая только демонам. А ключ, наверное, в ином мире. Возьмите мою силу. Спасите остальных пленников кошмаров. Убейте демонов, что охраняют демона праздности. Возьмите мою. Что-то случилось, да? Ты выглядишь иначе. В чем дело? Правда? И это помогло? Помню, я видел маленькие щели. Тебе удалось через них пробраться? Я не знаю. Ты гораздо храбрее, чем я. Я был уверен, что отсюда невозможно выбраться. Ты научишься принимать другие формы, как думаешь? Может, сумеешь попасть в места, которые были недоступны? Я свободен! Возьми силу Рагоса, примени ее и сожги его. Сожги их всех. Он охраняет демона праздности, преграждает путь к нему. Тебе надо разрушить дверь. Другие спящие, другие силы. Единственный путь. Да ты смеешь!
Предводители за непробиваемой дверью. Я даю тебе свою мудрость. Она поможет тебе увидеть. А теперь я посыпаюсь. Что ты сделала? Я почувствовал, как дрогнула земля. Хотя это, конечно, не земля. Правда? Тебе удалось? Я думал, это вообще невозможно. Если демон погиб, должен открыться какой-то путь. Может быть, теперь все станет на место. Немного. Знаю, что она не дает магам крови захватить твой разум. Мне даже неизвестно, кто такой или что такое Адралла. Ты лучше расспроси кого-нибудь осведомленного. Я не хочу, чтобы все закончилось вот так. Чувствуешь? Здесь становится все холоднее. Было этому сну уже прекратиться. Я даю тебе свою силу.
Она не сильно тебе поможет против здешнего демона, но может статься пригодиться в других мирах. Найди способ убить всех демонов, и тогда ты сможешь попасть к демону праздности. Спаси нас от этого кошмара! Да простит меня Создатель. Я подвела их всех. Они погибли, я не сумела это предотвратить. Как я могу не верить тому, что вижу, слышу и чувствую? Смерть. Разве не видишь? Она окружает нас. Зачем я выжила, если не смогла им помочь? Что проку теперь в моей жизни, если я провалила возложенное на меня дело? Оставь меня наедине с моим горем. Я похороню их кости, развею пепел на четыре стороны света и буду оплакивать их, пока сама не умру. Твое вопиющее непочтение к душам умерших кажется мне совершенно неприемлемым. Не понимаю, что ты пытаешься мне сказать. Зачем усугублять мои страдания? И где была ты, когда все это произошло? Я полагалась на твою помощь, а тебя нигде не было. Не знаю, что это даст, но я исполню твою просьбу, если тебя это порадует. Так трудно сосредоточиться, как будто что-то мешает мне, отвлекает. Никогда мне не было так сложно. Может, если я уйду отсюда, то мои мысли прояснятся. Не бросай нас, Вин! Мы не хотим оказаться в одиночестве. Святой Создатель, прочь от меня, мерзкая тварь! Останься, Вин! Усни крепко в мягких объятиях земли. Не борись со сном. Твое место здесь, с нами. Нет, еще рано. Мое дело еще не закончено. Еще не время. Приди к нам,
Отдохни. Все закончилось? Хвала Создателю, что послал тебя. Погоди, что происходит? Куда ты?